В этом видео я продемонстрирую, как настроить контроллер HMI Wi-Fi с помощью мобильного приложения. Приложение называется Tuya Smart. Оно доступно бесплатно в Play Store и App Store. После его загрузки и установки запускаем приложение и добавляем новое устройство. В категории «Малые устройства» мы ищем термостат Wi-Fi. Теперь мы должны убедиться, что и телефон, и контроллер имеют доступ к одной локальной сети. Это необходимо для первоначальной настройки. Вводим данные сети и пароль, если сеть защищена. Далее мы должны установить принудительный поиск сети на драйвере. Для этого нужно нажать и удерживать две крайние кнопки на левой стороне контроллера. Удерживайте кнопки до тех пор, пока два значка в верхнем левом углу контроллера не начнут мигать. Теперь мы можем подтвердить подключение в приложении и двигаться дальше. В настоящее время приложение подключается к контроллеру. Это может занять несколько секунд. Перед завершением настройки мы можем дать устройству индивидуальное имя. Нажимаем «Готово». На данный момент приложение уже подключено к нашему контроллеру, и у нас есть возможность управлять работой устройства удаленно. После завершения настройки приложения с драйвером мы можем изменить сеть, к которой подключен наш смартфон. Нам больше не нужно быть в локальной сети. Мы можем перейти в любую сеть, и приложение будет поддерживать связь с контроллером. Теперь мы можем включить устройство удаленно путем повышения заданной температуры в нашем приложении. Нетрудно представить себе ситуацию, когда перед отъездом на работу оказывается, что на улице холодно. Тогда мы просто включаем или настраиваем на нужную температуру наше устройство через приложение.